Угроза политического кризиса в Греции окончательно сошла на нет. Парламент страны проголосовал за доверие коалиционному правительству Антониса Самараса. Более половины депутатов однопалатного парламента поддержали правительство, которое обещает одновременно избавить страну от мер строгой экономии и договориться с кредиторами. За проголосовали 179 депутатов из 300, то есть все члены коалиции. Депутаты, по сути, поддержали главную цель, заявленную кабинетом – сохранение за Грецией места в еврозоне. Также Самарас заявил, что планирует провести новые переговоры с ЕС и МВФ, чтобы изменить ряд положений кредитной программы. Напомним, новый кабинет министров, четвертый за 8 месяцев, был сформирован в Греции после досрочных выборов 17 июня. В правящую коалицию вошли правоцентристская партия «Новая демократия», социалисты из ПАСОК и левая демократическая партия.